Вы знаете, очень символичная песня, потому что вот то, что сейчас происходит, да, наверное, мне кажется, эта песня, она конкретно связана вообще с этим бизнесом, по сути дела, вообще в целом с предпринимательством. Сергей Викторович, огромное вам спасибо, потому что я всего лишь на год вас младше. Я тоже жива в сфере предпринимательства, это очень здорово. Жива, однозначно, вы знаете, ну... Слушайте, в России это уже звучит как лозунг, я жива. Да, я еще жива не только... Несмотря ни на что вообще. Кость, я не только жива, я еще для предпринимательства жива. Это очень важно на самом деле, потому что, ну, 30 лет опыта, вы понимаете, вот что у него, что у меня, ну, не может быть, чтобы не было факапов, правда? То есть, ну, это же просто нереально. Вот смотрите, мир моды, девчонки, напоминаю. Не все это видели, да? И не все это знают. Галин, слава богу, что не все это видели. Да, потому что, ну, времена за это время настолько поменялись. Я пришла вообще в сферу предпринимательства, будучи женой директора номенклатурной единицы, которая практически, ну, это мой муж Александр, мы с ним заканчивали потребкооперацию советской кооперативной торговли в Новосибирске. Он делал очень серьезную карьеру, это была большая номенклатурная единица. И последнее, когда я ушла вообще в сферу коммерции, не было слова предпринимательства. Барыги, воруги, ханыги, там, как угодно, да, на спекулянты, называли кем угодно. И тогда в целом у коммерции не было лица, мужское, женское, какая разница? Была сумка вьетнамская. Это сейчас, подожди, будет дальше. Советская. Да, вот это сейчас я хочу просто напомнить, да, то, с чего в принципе начиналась моя трудовая деятельность, потому что я ушла в коммерцию по семейным обстоятельствам. Меня просто как жену директора горпищеторга города Рубцовска благополучно сократили с работы. И когда у тебя на руках ребенок, мне тоже было чуть больше 30, как и многим из вас сейчас. У нас же вообще страна советов, вы же в курсе? Сразу стали давать советы. Все равно не работаешь, рожай второго, все равно сидишь дома. Ну, а там муж, там путь по принципу тянет, да? Я-то понимала, что то, что мы с мужем вообще как бы, ну, прошли за эти годы, в 81-м году закончила торговый институт, мы с ним оба одновременно учились, и Саша делал серьезную карьеру, это была госторговля, потребкооперация, военная торговля. Нам казалось, что мы все прошли. Ну, как бы все виды деятельности знаем, да, по сути. И когда наступает 91-й год, и ты остаешься без работы, а ребенку идти в первый класс, я сейчас обращаюсь именно к женщинам. Потому что в это время всегда у каждого свой выбор, правда? Вообще, как, кому с чем с этим остаться? Очень часто сегодня я много работаю с людьми. Это сегодня мое основное направление. Я очень люблю общаться с людьми. И я часто слышу, у меня маленький ребенок, поэтому я не могу заниматься коммерцией, да? И мне всегда хочется показать тех, кто начинал когда-то. Вот тогда вот это было все, что нам вообще могли предложить, по сути дела, да? Вы сейчас многие не узнаете это место. Это главная барахолка страны. Это Лужники. Это главная барахолка страны, куда стекалась буквально вся страна, чтобы там затариться и привести каждый на свою точку тот самый мир моды, да? И тогда, как бы это сейчас, вот девушки, многие слышат такие вещи, у меня цветочный бизнес, да, вот это вот не мое, а вот у меня вот там бизнес моды, там бутик какой-нибудь, да, там сегодня очень много девчонок, оказывается, очень талантливых, которые сегодня вообще умеют делать многие вещи своими руками, да. Вот было лицо тогда российской, советской женщины. Бери больше, кидай дальше, пока летит кури. И это меня застало именно в городе Рубцовске. Уникальный город, уникальный во всех его проявлениях. Треть сидела, треть сидит, треть должна была сесть. Именно там тогда я начала тот самый вид коммерции, который практически предлагал вот такие условия, да. Потом это пошли уже зарубежные поездки. Это уже челноки, которые пошли уже дальше, дальше. Вы понимаете, не было других вариантов-то. И в то время нам говорили, вы куда полезли вообще, да, это вообще ты сами вообще что-то делаешь, да. То есть кто-то остался ходить на проходную и в те года. А кто-то не согласен был с тем, что предлагала действительность. И пошли с этим бороться, да? Вот тут, допустим, сейчас я эти кадры когда вставляла, вспомнила момент интересный. Тогда мы уже с мужем, уже и муж ушел тоже в предпринимательство. Ну, как бы он ушел в сферу бизнеса, причем в сферу большого бизнеса. Я как та жена, которая денег не просила никогда у мужа, а живем мы почти уже 40 лет. Я никогда у мужа не спрашивала, сколько он зарабатывает, потому что знаю, нельзя заставлять мужчину обманывать. Он все равно не скажет правду. Но я была та жена, которая денег никогда не просила. И я всегда говорила, ты даже не представляешь, сколько стоит женщина. Вообще он четко знает, что муж и жена величина не постоянная, это даже не родственники, чтобы вы знали, да? И он знает, что он меня выиграл лотерейку.
Вот это моя позиция, которую я четко ему в голову вдолбала, как бы вот так вот на один раз, да? И когда говорят, слушай, а вообще ты хотела с ним развестись? Развестись нет, убить порой да. Ну, вы поняли мой темперамент, да, как бы вообще я холерик по жизни. И поэтому, когда мы однажды, была одна такая поездка интересная, он уже создал свою фирму вот этих четырех котов, да, у него тоже это было в своем большом таком формате, и он мне дал с собой телохранителя в Стамбул, чтобы я одела весь его коллектив. Всем кожаные куртки, там, всем там плащи, в общем, ну, это такая упаковка, да, цельная. Но чтобы я была как та самая дама, эти тюки сама не носила, со мной был такой хороший прям такой борец, боксер, значит, парень, который меня сопровождал. И тогда говорили, ну, ты крутая, ты с телохранителем ездишь, да. Но, вы знаете, вот этот момент он очень быстро прошел, на самом деле, потому что приходилось развиваться, люди начали вот так автобусами уже возить, да, дорога была ближе уже, чем Москва, например, это уже пошли тут себе Казахстан, все прочее. Вы понимаете, вот это были те виды сервиса, которые получали ваши родители, возможно, да, каким-то образом, возможно, вы застали как-то это, но, возможно, к этому не имели никакого отношения, но это наша действительность. Вот это были ребята, которые покупали ваучеры. Такая небольшая история, да? Я вам скажу, кто-то покупал ваучеры за бутылку, там за джинсы, там за какие-то небольшие такие, да, как бы, ну, маленькие вложения, а кто-то на этих ваучерах заводы покупал. И мой муж покупал такой завод, скупая такие ваучеры. Только не вот так стоят фуфайки, да, и как бы все это делалось грамотно. Кто-то законы писал, кто-то писал эти законы, как обойти. И, в общем-то, я всегда гордилась своим мужем в том плане, что он был очень финансово грамотным вообще специалистом. Он знал, что кто-то законы пишет, но он имел коридоры, как вообще их обойти. Поэтому вот кто-то вот на этом тоже тогда пытался заработать. Вот интересно, вот это парни вообще, это веселая тема была, да? Но меня автограф попросил о криминале не говорить. Потому что я тоже благополучно прошла этот этап. Я научилась русовски дружить с этими парнями со всеми. Поэтому, когда меня спрашивали, Галя, были ли такие моменты, что ты платила кому-то как рэкет, я вам скажу откровенно, никогда никому ни разу я ничего не платила. И, возможно, я такая была, как это, нестандартная единица, потому что однажды, в 91-м году, ко мне пришел парень, он даже не один, а вдвоем, спросили, под кем я лежу. Ну, это такой сленг был, да, вы же понимаете, русовский еще, ко всему прочему. Я сказала, что управление торговли Алтайского краисполкома, это, да, это был информационно-коммерческий центр, созданный в моем лице в виде директора. Я пришла, об этом рассказала мужу, ко мне больше никто не пришел за все, до 2006 года. То есть, ну, вот это был... А? Или они не поняли, или знали, где кому что, о чем сказать, договориться, да. Но я благополучно тогда развивалась как предприниматель. И вот это... Обратите внимание, в 90-х годах начали заходить иностранные компании. Макдональдс. Ребята, эта картинка действительная. Да? Потом пошли компании, как Ланком. Народ валил просто вообще валом. Вы понимаете? И когда сегодня какую-то концепцию бизнеса либо принимают, либо отнимают, вы знаете, ну это, я так считаю, что это просто очень большой разрыв между тем, что люди в целом делают, да, что они знают о том или ином виде бизнеса, и то, какая картинка перед ними рисуется на самом деле. Вот это форца, форцовка, которая вот, вот там скупали, а потом вот так продавали. И это было. Ребята, у нас мальчишек, парней с нашего торгового института, с барахолки в Новосибирске, если их там ловили на перепродаже чего-то, их вообще отчисляли из вуза без права восстановления. Можете представить, что такое еще было в советские времена, да? А ведь это была практика в чистом виде. Институт советской кооперативной торговли, где тренироваться как не на барахолке, правда, купи-продай. Ну, такие времена были. И это все прошло, это все менялось. Вот это, между прочим, я вам скажу, Toyota Center. Как вам такая картинка, да? Ну, это тот сервис, это Toyota, Toyota машинки тут. Вот такая точечка, сидит женщина, да? Вот это я называю обменный валютный пункт. Такую историю прошли, да? Теперь давайте поговорим серьезно вообще в целом о предпринимательстве. Гарвардская школа 65-го года очень дала хорошую оценку предпринимательству. Это поиски возможностей за пределами контролируемых на данный момент ресурсов. И вот вы сегодня видели предпринимателей, да? И говорите, я сейчас даже обратила внимание, кто-то сказал, что мы не хотим, чтобы были там какие-то факапы и подняли руки, чтобы ваш бизнес всегда шел в гору. Да не может этого быть просто.
вы должны себя сразу психологически настроить на то, что они просто должны быть, и это не обсуждается. Если у вас этого нет, читайте средний слайд. Если у вас не бывает неудач, вы не занимаетесь инновациями в полную силу. Все. Вот к этому спокойно относитесь. Тогда, конечно, в начале 90-х я... Ну, Томас Эдисон, я думаю, да, все знают уже, наверное, с самого рождения, да, что я не терпел поражений, я просто нашел 10 тысяч способов, которые не работают. Такая хорошая, да, такая вот самооценка в этом плане. Его же называли уже шизофреником, мы что только не говорили, да, но мы с вами не можем жить без этого освещения, это вот те самые 10 тысяч способов, которые он нашел. Но тогда на интуитивном уровне, я не знала, что по этому поводу думает основатель, генеральный директор Amazon, Джефф Безос, да? Я не знал, что в случае неудачи я не буду сожалеть об этом, но я буду всегда сожалеть о том, что даже не попытался. Поэтому пытаться нужно, экспериментировать нужно. Мне очень еще понравилось, как Ваня такая тема зацепилась, да, по поводу коучев. Вообще интересно. Когда журнал «Автограф» начал, значит, в соцсети сбрасывать, ну, как бы спикеров, да, продвигать такую рекламную кампанию, один молодой человек написал, значит, выложили мое, соответственно, значит, резюме, и он такой пишет: какая-нибудь очередная каучиха, которая бабки рубит и зарабатывает. Знаете, мне так было весело, я даже не знаю, это комплимент или оскорбление вообще, как это вообще принимать, да, в данном случае. Потому что каучиха и коуча никогда в жизни не была, хотя вот за последние 15 лет я уже объехала по России больше 50 городов, и только сугубо по обмену опытом. Сейчас помню хороший анекдот. Три директора колхоза сидят между собой, разговаривают, ну как поднять удой молока. Ну это проблема сегодня бизнесов разных, да, направлений. Один говорит: слушай, я такой ремонт в коровнике забабахал. Вы сейчас эту ассоциацию со своими бизнесами проводите сразу, да? Такой ремонт забабахал, там уже все новое, оборудование все новое, там, ну, столы там все, сталин все есть. Дома ремонта давно уже нет, коровы удой молока не повышают. Второй говорит: а я доярок поставил, нога метр 20, детки молодые, красивые все. Ой, Господи, говорит, дома уже вообще забыл, когда бывал, все туда, и лучший корм, и лучшие там тебе кадры, удои молока не повышаются. Третий такой сидит, занюханный весь, говорит: слушайте, мужики, а вы пробовали с коровами разговаривать? Он говорит: о чем? Он говорит: да вы что? Я прихожу по утрам, говорю: здорово, девоньки, они: му, что будем сдавать, молоко или мясо? Все, вот тут нужна мотивация. И когда она у тебя есть, да, я не знала, что раньше вообще стартап, это сегодня многие такие слова новые, да, такой новый оборот речи, стартап, да. Я сейчас вам быстро расскажу свой стартап, 93-й год, потому что, что это такое, да, временная организация, созданная для поиска воспроизводимой и масштабируемой бизнес-модели. Тогда у меня была временная организация, это был 93-й год, я решила, это был такой мой хороший провал, который меня еще больше закалил, я решила, что мясо всегда все едят и будут их есть. Согласны же? Ну, как продукт питания. Тема классная, вези больше, привози, продавай, а вы же не забывайте, что у меня муж директор горпищеторга, и у него 62 магазина в подчинении. Ну, казалось бы, классная идея, правда? Привези по магазинам, раскидай, все продали. Я договорилась с горпищеторгом, что у меня заберут оптом, что я там буду по мелочам? Я же оптовик. Я нанимаю, беру КАМАЗ, беру несколько водителей, это моя вот эта организация такая временная, да, значит, дальнобойщиков, беру 14-метровый КАМАЗ и по договоренности, значит, выезжаю в Казахстан закупить этот объем мяса. Предварительно я договорилась с Копторгом, что из Красноярска приедут ребята на таком же КАМАЗе. Я это мясо, значит, забираю, забиваю его там. Я же не знала, что такое вынужденный забой. Эти коровы, чтобы они не успели умереть, их перед этим забили. И ко мне привезли. Вот так в снегу их поваляли. Это называется «студили мясо». Загрузили мне этот полный КАМАЗ, всю эту как бы фуру называется, 14-метровый этим мясом. Был март месяц. Я закрыла все это тентом, чтобы не запылилось. И такая в предвкушении того уже бабла, которое сейчас срублю, это временная организация. Ну что, я оптовик, все, куда круче-то, правда? Значит, я буквально еду счастливая, довольная, мы уже проехали Казахстан. Едем через Волчиху, кто знает, да, в Алтайском крае. И я сажусь за руль КАМАЗа. Ну что, я же за рулем уже как бы легковой машины езжу, надо еще и на КАМАЗе мне порулить-то. Въезжаем мы в Волчиху. Вы бы видели глаза той перепуганной публики на остановке, которая вообще стояла. Они в рассыпную просто все, ну баба за рулем, ну можно представить. Даже в те годы это было вообще нестандартно совершенно.
Еще и за КамАЗом. Ну, конечно, конечно. Когда, кстати, я вот, Костя, напомнил, когда нас три женщины в Рубцовске сели за руль автомобиля, это были мы самые первые ласточки, нас просто сотрудники ГАИ останавливали, как какие-то экспонаты вообще. Да, а посмотреть, о, баба за рулем, что такое, да, как это, как обезьяна с гранатой. Так это примерно. А тут на КамАЗе еще еду. Да, я такая счастливая, довольная, приезжаю, а я вам не сказала самого важного. Эта сделка для меня тогда стоила. Я с магазина собрала все деньги, которые заработала непосильным трудом. Это было 100 тысяч рублей. Сейчас это смешно слышится. Но в те времена на эти деньги можно было купить КамАЗ. Mm-hmm. Вот такая, как, такой ценовой барьер, да? Я все это собираю, все это вбухиваю в это мясо. Приезжаю, значит, с этим мясом в Рубцов, соответственно. Довольная, счастливая. Не бизнес-плана, какой-то маржинальный. Я все посчитала. Перевалка, в голове все срослось классно, потому настроение было хорошее. И я такая, значит, приезжаю и смотрю, стоит КамАЗ-коротыш тентованный. И я понимаю, мясо в него не войдет. А еще больше я поняла, слава богу, ума хватило, когда парни мне предложили, слушай, Гал, ну раз такая нестыковка получается сейчас, ну вот в плане длинномер, тут короткий КамАЗ, давай так сделаем, выезжаем в сторону Красноярска, а оттуда такой же КамАЗ выходит, на перевале встречаемся, перегружаемся. Ты с баблом домой, мы с мясом назад. Ну, кто бы из вас что сделал в данном случае? Я тебя умоляю, тебя там бы закопали. У меня хватило ума это отказаться это делать, потому что я реально представила, что это такое. На перевале перегрузят мясо. Ни КамАЗа, ни меня, ни денег не найдут 100%, и мясо тоже. И я остаюсь в городе. Жена директора горпищеторга. Как про нас тогда говорили, широко известный в узких кругах. В каждом городе есть такая номенклатурная единица, да? И ты понимаешь. Но видите, у вас в Русовске это вы, а в Барнауле другие люди. Ну, конечно. Вон там это я тоже понимаю. В районе парка Лисовенко, их там много таких домов. Тоже много, да? Да. Ну вот. И я понимаю прекрасно, что я попала. И вот тут срабатывает. Знаете, вот все же фильм «Особенности национальной охоты» помнят? Когда корова в самолете. Жизнь захочешь, не так раскорячишься. И тебе по барабану, кто ты, жена, какая ты там, номенклатурная, не номенклатурная. Перед тобой на кону все деньги магазина, который ты только-только начал поднимать, да? Вот эти все поездки, которые все это было вообще закручено. И ты начинаешь действовать. Вот поймите, какой бы факап в вашей жизни не был, обязательно нужна самомобилизация полностью своего организма, потому что либо ты пан, либо ты пропал. Вы знаете, в 98 году такие были бравые парни, как бы, ну, много разного рода людей, которые говорили, до 98-го мы были богатыми, а потом нас обокрали. Ну, дефолт, да? Потом 9-й год, опять та же самая песня, та же Волына. Вот мы были вот такие, а потом нас опять обокрали. Какая разница? Если с тобой что-то произошло такое нестандартное, относись к этому философски. Вот это самое важное. Главное, что тебя это не должно остановить. И тогда я начала такое творить во всем городе. Ну там все, конечно, вообще посходили с ума, говорят, вообще у Ващенко жена вообще ку-ку. А эта ку-ку торговала по всем детским садам, по дворам, по рынкам. Я накормила все собачники и всех зоны. Четверка, пятерка, девятка, неважно, это абсолютно было. Я все это везде возила, возила, возила. Эти парни со мной рубили этими, на этих чулочках с этими, а там тащат, там забой вынуждены, вы помните? Там я не знаю, это кому там, похлебку, кому кормить-то. И когда уже осталось буквально последние 110 килограмм, я приезжаю к ребятам, которые начали выращивать пушнину. Норка, там, песцы, чернобурка. Я такая говорю, парни, последние 100 килограмм, там, за 3 копейки забирайте. Они говорят, Гала, извини, дорогая, мы не можем кормить этим мясом пушнину, потому что у них шерстка попортится. И я закопала эти 110 килограмм, как на кладбище, буквально зарыла бронно. И когда я посчитала все свои убытки, это получилось всего минус 10 тысяч рублей, ну, по отношению к 100 тысячам, которые я вложила, да, то есть я смогла вернуть 90% денег. Я сказала, фу, слава богу, не намного угорела. Понимаете, вы должны в предпринимательстве к этому быть готовы, абсолютно точно, потому что невозможно, учитывая, как сегодня правильно ребята сказали, экономическую ситуацию, политическую ситуацию, да, даже вот эти 4 кота, я сейчас вспоминаю, слушай, ты не поверишь, когда у меня муж, вот этих 4 кота собрались, и началось. Так, все по телевизору.
Всем по машине девятки, это прям первые были. Всем по кожаному плащу. А я-то уже в коммерцию уже раньше ушла. Мне уже телевизор был не нужен, у меня был японский Орион стоял. А муж говорил, не можешь ты, потому как там все, всем поровну, да, вот одна наша страна советов. И вот это все так или иначе потом осталось, знаете, что как в том анекдоте? Опять же, почему я тогда всегда одна работала, никого себе в команду не брала в те годы? Как примерно такой вариант, когда тебе говорят, вот два друга опять встречаются, один другому говорит, слушай, что у тебя дела плохо идут? Он говорит, ну да, а у меня есть тема классная, давай так. Я тебе говорю нажимать на красную кнопку, ты нажимаешь на красную. Говорю на синюю, ты нажимаешь на синюю кнопку. Ну тут все, нажимай красная, красная, синяя, синяя. Деньги пошли, доход пошел, прибыль повалила, все нормально. Мужик поднялся, все здорово. Вдруг одна же жена приходит с работы, он сидит пьяный в умат и горем прямо вот заливается. Она, что случилось, дорогой? А я вот сижу и думаю, кнопки-то я нажимаю, а прибыль пополам. Вы понимаете, что происходит в том партнерстве? Почему, когда сегодня говорят, не воспринимают Вань коуч всевозможных, да? Я четко сегодня хорошо понимаю проблему. Я специально хожу на некоторые тренинги, где собираются именно предприниматели классического бизнеса. Только можно на этих всех тренингах мотивировать себя, поднять эмоциональный фон недели на две, на три, да, так это, вау, я все могу, да, я попер. А дальше ваши бизнесы, они все разные. Они никак один за другой не отвечают. И поделиться конкретным опытом с чем-то, да, просто невозможно, потому что ситуация разная. И когда пришел на момент, мне было 44 года, мне попала книга, вот эта книга в руки. Впервые эта книга попала в руки, и я дала сама себе определение. Галя, сколько ты будешь бороться с ветряными мельницами? Сколько ты будешь реально сейчас вообще наступать на одну и ту же граблю? Я нашла свое место в этом квадранте денежного потока. Я думаю, все знают эту книгу, да? Наверняка ее читали. Я себя нашла, я самозанятый человек. То есть, если мои доходы все основаны на активности, я самозанятый человек. Но есть же люди бизнеса, есть инвесторы, тогда что это? Где этому обучают? И эта первая книга меня показала, что в секторе С, в П-секторе работы по найму мы были, тогда все страны мы были одинаково, да? В этом секторе я застряла на 15 лет. Когда я уходила в предпринимательство и сказала, ни одна сволочь меня больше не уволит, не сократит, я сама буду решать, когда я работаю, сколько работаю, Галя, хочу работаю, хочу нет. Галя. Через 15 лет такое прозрение, а что я все хочу-то? И 15 лет ты бежишь, и бежишь, и бежишь, и бежишь, и ты видишь, что, как сейчас модное слово, операционка, из которой выйти невозможно, да? Тогда это было по-другому. И тогда я поняла, что у меня в моем предпринимательстве наступил потолок, выше которого я просто уже не могу. И нужно было идти дальше и обучаться. И обучение ему началось как раз того, чтобы как стать владельцем бизнеса, которым сегодня уже является 15 лет, как стать инвестором, когда у тебя и деньги, и время одновременно, и есть время на качественную жизнь. У меня сейчас очень хорошее настроение, потому что завтра утром я улетаю в Барселону. Оттуда в круиз. Не, подожди, подожди, Костя. Мой факап сегодня был в том, что я утром проходила регистрацию на самолет, а только буквально 20 минут назад привезли мою визу в Барнаул. Поэтому могло ничего этого не случиться, но сила мысли, притяжение дала мне классное настроение. Я вас всех люблю, всех очень ценю. За спасибо! Галина Ващенко! Спасибо!